Всем привет! Это канал I Like Pet. И в сегодняшнем ролике мы расскажем о минусах содержания крупной собаки в квартире. Многие хозяева, принося в квартиру щенка, не задумываются о том, какие сложности им предстоит пережить. Перед тем, как заводить собаку крупной породы, нужно изучить все проблемы, которые могут возникнуть у вас с питомцем. Собакам крупных пород нужно гулять не менее 2 часов в день. Это время опытные заводчики рекомендуют разделять на 3 прогулки – утром, днем и вечером. Такой режим позволит собаке поддерживать должный уровень активности. Если сократить время прогулок, могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем питомца. Прогулки для собаки нужны не только с целью естественной нужды, но и для контроля мышечной активности. В условиях квартиры крупные собаки становятся неповоротливыми и ленивыми, что приводит к развитию ожирения, заболеваниям суставов и нарушениям работы внутренних органов. Квартира, в которой содержится крупная собака, никогда не будет чистой. В ней всегда будет шерсть, неприятные запахи, песок, который собаки приносят после прогулки. Можно заниматься уборкой ежедневно, но это все равно не будет создавать нужного эффекта, потому что собака также ежедневно будет находиться в квартире. За редким исключением, собаки крупных пород очень явно реагируют на любую опасность, начиная громко лаять. Под опасностью они могут понимать звук лифта из подъезда и открывающуюся дверь у соседей, громкие разговоры под окном или звук домофона. Один из возможных минусов собаки в квартире – это мелкие неприятности в формате испорченной мебели или обуви и прочих деталей интерьера. Но важно помнить, что пес делает это не назло вам или не потому, что ему не нравятся туфли-лодочки. Он шалит от скуки. В ваших руках сделать все, чтобы сохранить товарный вид мебели и вещей, купить как можно больше игрушек питомцу, надежно прятать все ценное в шкафы. Если все же содержание крупной собаки в квартире не кажется большой проблемой, плюсов можно привести огромное множество. В любом случае, ваш питомец, какую бы породу вы ни выбрали, будет беззаветно любить вас и дорожить каждым мгновением, проведенным вместе. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.